Приветствую, дорогой зритель. Вчера вышло обновление 3.0, и естественно, нам всем интересно посмотреть, как лучшие игроки мира будут использовать новые фишки, новые механики, и именно поэтому сегодня мы начинаем с Зеноса. Этот человек наиболее легко адаптируется к новому, и он находит применение тем или иным вещам в игре нестандартно, интересно, и я надеюсь, что сегодня мы увидим какие-то новые приколы, до которых никто не догадывался. Ну и просто, он играет хорошо и нас ждет очень крутой геймплей. Конечно же, напоминаю про лайки, комментарии, подписки, это все очень помогает для продвижения видео. Огромнейшее спасибо тем, кто все это прожал. Ну и погнали. Сегодня нас ждет два матча. Один Зенос в соло, а второй уже непосредственно с тиммейтом. Я не посмотрел, кто там тиммейт. Интересно, Троц или нет. Но сейчас поглядим. Прыгнул на тюрьму. В принципе, все сейчас залетают на тюрячку. Я так понял, это связано просто с распространенностью локации. Плюс здесь достаточно хорошо насыпано лута. И из интересного... С помощью тюрячки можно бы получить дополнительную жизнь. Я не до конца разобрался, как это работает, но если ты умираешь там в первые сколько-то минут, а потом ты оказываешься вот на локации тюрьмы, там ты, если не умираешь, залутываешься, кого-то убиваешь, то через какое-то время отправляешься уже непосредственно с еще одной дополнительной жизнью, дополнительной реанимацией. Я, по крайней мере, я видел где-то еще превьюшку, что якобы можно как-то там получить 4 жизни, но там в видосе непонятно, получил или нет. Но 3 жизни я лично видел, как у людей было, при том у целого сквада. Поэтому это, в принципе, реализуемо. Здесь пока все довольно легко у Зеноса, то есть он спокойнейше забирает несколько игроков. Хорошо залутывается, пока не нашел катану. Я считаю, что катана — это невероятнейшая имба. То, что позволяет тебе доджить несколько попаданий, это, конечно же, очень хорошая, очень крутая штука. Особенно если находишься не в укрытии, то это очень-очень сильно. Конечно же, друзья, я напоминаю, что спонсором сегодняшнего ролика является компания 1X. Самая надежная и с самыми лучшими предложениями. Поэтому, если вам нравится наблюдать за спортом и киберспортом, вы хотите подогреть свой интерес и улучшить эмоции, то в закрепленном комментарии под этим роликом вы найдете ссылочку, и там по промокоду IROKES вы получите до $520 бонусом. Я вам желаю, конечно же, только удачи и всегда лишь побеждать. Вот она, катана в руках у Зеноса. Вообще замечательно, отлично. Теперь можно на полную использовать данное обновление и все его механики. А также с разведгранатой. Вот их сейчас 4 штуки можно было увидеть в инвентаре. Я пока не увидел хорошего их применения. Оказывается, что вот эта граната создает клона, который не может стрелять. Он только бегает и... прочекивает какие-то моменты, ну и может отвлечь как-то оппонентов. В принципе, тоже выглядит как что-то неплохое, но, наверное, более саппортское. То есть, в теории, какой-то игрок может спокойно создавать диверсию. Вот то, как мы привыкли видеть, когда играют с саппортом. Да, основной игрок стоит, ждет. Саппорт выбегает и как-то вызывает на себя агр, привлекает к себе внимание, люди по нему начинают стрелять, и основной игрок выходит в бок и убивает спокойно, когда в него не смотрят. Здесь примерно то же самое можно организовывать, только теперь еще и не рискуя собственной жизнью, а используя клона, который делается с помощью гранаты. Посмотрим, насколько игроки будут на это байтиться. Мне кажется, с вероятностью 80-90%, потому что, ну, люди... видят что-то похожее на игрока, они в это стреляют. Это абсолютно нормально, никуда от этого не деться. Поэтому отвлечь кого-то уж точно можно будет, особенно если это какой-то сольник, который где-то там засел с тубзиком, вызвать у него какую-нибудь условную перезарядку. Это, в принципе, нормальная тема. Ну и очень много народу прилетает на призон. Мне кажется, что сейчас, особенно с дополнительными жизнями,
В этом режиме можно будет сделать большущее количество фрагов. Я снова ожидаю полтинника. Мы посмотрим, как это будет реализовано. Обычно в первые дни люди притираются к обнове и есть возможность настрелять много. И также потом уже, когда все привыкли, когда открываются какие-то новые механики, там пройдет пару неделек, и уже топовые игроки на опыте начнут вывозить. Ну и если вдруг кто не знает, кто забыл или кто не в курсе, я все время раздаю юсишки каждый день своим зрителям. Для того, чтобы получить, нужно всего-то прийти в мой телеграм-канал по ссылочке в описании. РКС Биба называется, закрытый телеграм-канал. И подписаться на него под этим постом с данным роликом. Написать комментарий со своим ID, и все, больше ничего не нужно. Поэтому ID я отправлю вам юсишки, если вы победите. Трое случайных игроков уже завтра все получат. Хотя завтра будет двое, потому что один из людей, который выиграл ранее, до которого я не смог дописаться, наконец-таки откликнулся. И он решил подарить свой выигрыш другому. Благородно. Ну а все эти юсишки предоставлены лучшим магазином, он топ UC-шоп. Друзья, там всегда самые выгодные цены, отличные предложения, большое количество различных способов оплаты, все очень удобно, надежно и безопасно. Поэтому переходите по QR-коду, который сейчас на экране, или по ссылочке в описании, и подписывайтесь на магазин он топа для того, чтобы победить. Тогда будет больше шансов залутать UC бесплатно. Ну и просто, если вам нужно купить UC, то делаем это в OnTop UC Shop, там гораздо выгоднее, чем в игре. Вот он тот самый клон. И вот он Зенос как бы на него байтит. И единственное, что довольно долгая отмена. Но он, в принципе, получил информацию, где находился соперник. И это очко! Хорошо. Ну, как бы не самое, мне кажется, сейчас было эффективное применение. Ну и действительно, это все занимает большое количество времени, достаточно это долго. Поэтому, наверное, все-таки круче, когда подобные вещи использует какой-то тиммейт. Но соперник отвлекся, плюс он еще пока не знает, что это такое. Может, просто увидел чувака в синем щите, думает, что как. Кстати, новый крюк тоже надо бы обсудить, мне кажется. Он не такой удобный, как хотелось бы. Потому что это крюк, совмещенный с глайдером. И когда тебе хочется использовать глайдер, ты обязан использовать крюк. Было бы круто, если бы было две какие-то различные кнопки, которые бы их разделяли. Потому что, например, ты не можешь, падая вниз, использовать глайдер, если ты ничем, ни за что не зацепился. То есть ты сначала должен зацепиться за что-то крюком, и только потом у тебя появится возможность открыть глайдера. Это немножко туповато, на мой взгляд, и как-то топорно, как-то неудобно. Плюс еще бывает такой игровой момент, поскольку крюк цепляется далеко не всегда с первого раза, далеко не всегда идеально, ты просто спамишь кнопку. То есть, ну, обычно для того, чтобы закрепиться за что-то, особенно если это что-то на какой-то дальней дистанции, или это сковородка, которую ты кидаешь вверх для какого-то трюка, да, то ты просто спамишь эту кнопку жестко для того, чтобы рано или поздно зацепилась. Теперь же это будет не очень хорошо, потому что спамя эту кнопку, как только ты зацепишься, если тебе не хватит реакции и ты продолжишь ее спамить, то моментально после зацепа твой персонаж даже не успеет прилететь. Сразу же вылезет глайдер, и ты перейдешь на глайдер. Хотя ты этого не хотел. То есть здесь как бы опять же видно, что разработчики сами не особо пользовались этими механиками. Сами не особо понимают, как внутри игры все реализовано. И поэтому, ну, как бы сделали. Да, молодцы, на вот, держи. Но по факту пользоваться достаточно неудобно. Хотя штука очень крутая. То есть, а так, глайдер ломает крюк, крюк ломает глайдер. Вот оно. Спасибо, совместили. Лучше бы тогда уже разные делали. Ну, а если идеально вот совмещение, чтобы две разные кнопки были. Одна на крюк, другая на глайдер. Кайф, кайф, конечно. Был бы топчик.
Пока что никто, кстати, не заценил пробивающий выстрел, так скажем. Но мне кажется, единственный вариант, когда это может прям быть реально в игре, что мы это увидим, это в автомобиле. Когда едет какая-то тачка, и там, допустим, УАЗик, 4 игрока внутри, и он еще едет прямо на тебя, достаешь АМР-ку или АВИК. АВИК, наверное, желательнее. Хотя АМР-ка тоже, в принципе, зайдет, и бэээмс, и пацаны умирают. Так, снова разведал с помощью гранаты, где находится чел. В принципе, получил нужную информацию и достаточно. Ну и тут пока у Зеноса идет вот такой вот интересный трюк. Смотри, как красиво сделал. Ой-ой-ой-ой-ой. Прыжочки. Это вот было достаточно необычно, нестандартно. Плохой вариант выглядывания. Он не очень так хорошо работает. Вот именно в наклоне выходить вправо-влево — это медленнее, чем наклоняться. То есть такая себе темка. На крышу сейчас залезть не составляет никакого труда. Но похоже, что Зеноса не хочет. Похоже, что в его планах как-то по-другому скрыть данного месье. Вполне вероятно, что опять же, да, можно просто об сковородку подлететь. Этот шикарнейший вариант никто не отменял. Ай-яй-яй. Чуть сам не наступил в свой же огонь. Это, естественно, не хотелось бы. Флешечка. Ух ты, давно я не видел флешечек, братишка. Я даже не слышал, как она взорвалась, но нормально. Тем временем 29-е убийство. Уже сразу же, да, ниндзя-режим Shadow Force нас встречает катками на 30+. Ну, сейчас все топы стабильно делают вообще. Чуть ли не в каждом матче по 30-ке. Это прям более чем нормально. Тем более, пока пацаны вот подтупливают немножечко. Новый режим, он всегда связан с тупниками. Потому что, ну, нужно время, чтобы разобраться, чтобы как-то что-то понять, привыкнуть и так далее. Выглядит как неплохая граната. Мне не долетела. Так, а что, у соперника МК-14 у тебя АВИК. По идее, преимущество в дамаге. По идее, можешь шотнуть. Вот так, ова! Хороший выстрел сейчас был. Еще одного вот здесь штрафануть, нет. Не получается. Пацаны вроде как пикают. Но пикают очень осторожно, но этот парень забыл, что дверь, она все-таки простреливается, она не железная. Так, вот, и глайдер не получилось заюзать. Вот как так? Вот, мне кажется, он хотел. Мне кажется, Зенос хотел как раз-таки залететь на глайдере. Но просто не прожались кнопки. Опять же, из-за неудобного управления. Ой-ой-ой, увидел гранату. Не знал, какое там время разогрева, и поэтому отбежал на всякий случай, потому что понимал, что его могут и наказать. Так, пробрасывает. Что, простите? В смысле? Ага, понял. Нормально, выкинул гранату, она не сработала. Ясно, как скажешь. И это, конечно же, супер очко! Хорош. Вот это я сейчас вообще не понял, что было. То есть он просто кинул разведгранату. А она такая... Нет. Ты такой, в смысле нет? Я тебя кинул. А она... Да не хочу я работать. А вот не буду, и все. И что ты мне сделаешь? Не хочу работать, и все. Кстати, мне знаете, что интересно? Катана, она же работает на количество пуль, а не на количество урона. Прикиньте, как будет жестко. Вот у меня только сейчас появилась эта мысль, и я надеюсь, мы это увидим. Прикиньте, как будет жестко, если какой-то игрок, стреляясь со снайпером, типа... достает вовремя катану,
снайпер стреляет ему, ну, ориентировочно в башку, и ты вот этот вот один патрон спокойно отрезаешь, и получается, ну, получается против снайпера катана, это же вообще имба. То есть, если у соперника снайперская винтовка, доставай катану и вообще не парься. Он тебе ничего никогда не сделает. Но я не знаю, это надо тестить, потому что пока непонятно. Но вроде она работает на количество пуль, а не на количество урона. Там вот этот вот щит, хотя, может быть, я не прав. Может быть и нет. Пытается как-то красиво убить последнего. Сейчас посмотрим. Вот она опять же разведграната. Просто для того, чтобы лучше понять, где чел. Ну, как бы и так, по-моему, было понятно, что он вот здесь вот за камнем. Чё-чё-чё? Тупит. Ну, окей. Теперь мы точно знаем, где он. Пробрасывается флешечка. А, нет, это смог. Ладно, а теперь может флешечку? Не-не-не-не. Подожди. Сковородейшн. Наверх. И вот сейчас главное не зафакапить. Ай-яй-яй-яй-яй, не получилось. Зафакапил. Во-во-во-во-во, вот она катана. Отходит назад. Хорошо. Очень неплохо так урона. В принципе, принял. Ой-ой-ой-ой-ой, близко. Я так понимаю, что идея именно убить его в полете, но уже кончилась сковородка. Ну и так хорошо. Ой, хорош. Так, еще раз тюрячка. На этот раз уже с тиммейтом. И прилетели вообще первее всех. Посмотри, насколько раньше. Ой, не получается взять упреждение с ППХ. Была бы МК, конечно же, этот парень был бы уже трупом. Но это очень обидно, когда ты еще даже с парашюта не успел слезть, а тебя кто-то нокает, какой-то умник, какой-то задрот парашютирования. Я помню, как-то человек, который делал гайды по ПК PUBG, рассказывал, что он потратил там что-то 100 часов геймплея на то, чтобы научиться лучше всех парашютироваться. И я думаю, блин, братан, вот это тебе вообще нихер делать, конечно же. Вы представляете, человек 100 часов просто заходил в лобби, парашютировался, выходил и заново. То есть вот он просто вместо того, чтобы играть, он парашютировался. У него был симулятор это ВДВшника. Это вообще, это, ну, на мой взгляд, это безумие. Мне кажется, что это можно просто с ума сойти и калом стены измазывать после такого. Там вообще чувак, кстати, прикольный. Он ради игры себе слух посадил. То есть у него там какая-то... Он настолько ставил громкие звуки. Ну, там, типа, проблема в том, в ПК PUBG была, в том, что звуки шагов очень тихие, звуки выстрелов очень громкие. Невероятно. Вы просто... Вы охренеете, насколько там вообще вот эта вот разница огромная. И он для того, чтобы слышать звуки шагов, выбивал громкость прям на очень высокие значения. Ну и за счет этого выстрелы ему крайне дико били по ушам. И он там какую-то глухоту приобрел из-за этого. Вот. Да. Бывает и такое, друзья мои. Бывает всякое. Тем временем здесь у Зеноса как-то пока не прям, чтобы супер жестко летят фраги. Кто-то еще их... Так неприятно стилит. Но народу, в принципе, достаточно. Опа, плюс лебедочка. Ля-ля-ля. Друга чуть не застрелил. Эй, бро, ты чё? Просто такой, типа, под горячую руку попал, да? Ну окей, как скажешь. Большая такая, опять же, разминочка. Катана, катана внизу. Возьми катану. Ой, ну ты чё, бро? Не знаю, у меня какой-то триггер, я как ее вижу, я не могу пропустить и свести глаз. Хорошо, и вот этого тоже на добивочку. Ай-яй-яй, не добился, ничего страшного. Оля, не стреляй в задницу, ну ты чё? Некрасиво так. Так, вот оно все здесь вместе, все, и крюк, и... А, за что он зацепился, подожди. А я что-то не... Стоп. Он зацепился за воздух? За космос? За что, подожди. Не понял. Ну, не за этот угол. Предыдущий прыжок был очень какой-то странный. Так.
А, может за гранату? Просто не было видно. Ух, ничего себе, длина крюка какая. У кого длинный крюк, напишите об этом в комментах, не стесняйтесь. Похвастайтесь, так сказать. Бля, не, ну это он вообще, он на километр куда-то там улетел, Молотов, а крюк все равно цепанул. Вау! Приятный фазумчик такой. Ну и поехали. Тут, кстати, хороший вопрос в связи с новыми локациями, вот этими вот ниндзя. Ой-ой-ой. Появляется вариативность того, где могут находиться соперники. То есть тут сейчас тоже вопрос, где кого искать. Может быть, не на общагах. Вот общаги-то она, например, не считается ивент-локой, да? А значит, что вполне вероятно, где-то на какой-нибудь ясной поляне или на каких-нибудь вот этих вот жоржа-пулях и прочей движухи вполне может быть больше народу, чем здесь. Сильно просел по здоровью. Опять же, мало использует катану в своих каких-то прикольных агрессивных движухах. Вообще, я не понимаю, а скорость движения же не отличается, правильно? То есть скорость бега без оружия и скорость бега с катаной, о, склейка какая-то, она же по идее одинаковая. Так а почему тогда ты вообще всегда не бегаешь только исключительно с катаной? А, его убили, Зеноса убили. Или мне показалось? По-моему, нет. Но он что-то, он выбросил нож. Короче, я рекомендую вообще все время бегать с катаной. Почему? Потому что, ну, если по тебе начинают стрелять, от тебя требуется просто повернуться лицом, и ты как бы впитаешь урон, получается. То есть это такая небольшая мини-неуязвимость на полсекунды, которая всегда с тобой. Почему бы не поюзать? Если ты бегаешь без оружия, то есть, ну... Мы часто видим, как игроки для того, чтобы передвигаться быстрее, как раз таки двигаются с кулаками. Вот как сейчас. Просто вот бери и бегай. А когда надо, доставай пушку. Третью шапку сломал вообще в ноль. Опа, плюс АВМ. Это неплохо. 20 фрагов есть. Пытается сейчас прям на ходу сделать какой-то ультимейт, супер невероятный трик, флик, фаст зум. Хорошо, ну и сам наполовину просел. Вообще, кстати, еще мне кажется, высший пилотаж, я что-то вспомнил, так делали в других шутерах раньше. А после выстрела с чего-то перезаряжаемого, ну, типа вот снайперской винтовки или дробовика помпового, ой-ой-ой-ой, доставать катану, то есть, ну, менять оружие. Это, конечно, уже такое, знаете, немножечко дрочево, но, тем не менее, это может быть прикольно. Это, типа, забирает у тебя какой-то урон, то есть, если... как-то рашат или что-то еще делают. С помповиком, мне кажется, это очко! Хорошо. С помповиком, мне кажется, это рабочая тема. Да и со снайпой, в принципе, тоже. Мало ли, вдруг тебе прилетит в ответку. Хорошо. Тиммейт очень сильно получает. Тиммейт нокается уже какой раз? Четвертый? Прямо его даже немножечко жалко. Ну что поделать? Такова участь саппорта. Тебя постоянно нокают, постоянно бьют. А ты ведешь своего тиммейта к победе. С большим количеством убийств, естественно. Потому что, ну, просто победа это. Не так уж и сложно. А вот победа с 40 фрагами. Такое делали исключительно единицы. Здесь снова у нас намечается... Ух, ничего себе у тебя тут. Какие кульбиты. Здесь снова у нас намечается 30+. Ой-ой-ой, глайдер сыграл плохую шутку. Крайне опасно было так делать. Можно было и отлететь, но отделался легким испугом.
стандартная. Ух ты! Размен гранатами сейчас произошел такой прикольный. Хотел сказать, стандартная граната на крышу, но не успел ее как раз Зена заюзать. Так, будет ли какая-то вот она разведочка? Ага. Так. Ладно, со второго раза сработало. Что-то я не совсем понимаю, по какому принципу играет эта Грена. Во-во, смотрите. Вот он вывел соперника на перезарядку, он их как раз-таки заставил запутаться, и чуваки не понимают, что произошло. И все, и как легко получилось его переиграть, перестрелять. Вот она, пожалуйста, эта гранатка, ну, для начала. То есть очевидно, что первые дни это будет работать особенно эффективно, потому что люди тупят. Люди не понимают, что это такое. Вот, пройдет неделька, уже, естественно, вот настолько глупо не получится, но можно будет как-то обманывать, как-то что-то делать. Вообще было бы, кстати, круто, если бы у нее не было синего щита у копии. То есть сделать копию, которая прям выглядит как обычный игрок. Ой-ой-ой, вот она сила катаны. Смотри, просто решил, что вот это вот мы дуростью занимаемся. Соперник близко, близко. Он что-то там по мне стреляет, да и наплевать. Все, просто достал, закрыл, до свидания. Наконец-таки Зенос вот ее решил заюзать. Я надеюсь, что он понял это преимущество. Когда враг перед тобой, и он находится на таком вот расстоянии, то есть в чем всегда была проблема оружия ближнего боя? Почему оно настолько неэффективно? Оно а. мало дамажит, б. тяжело подойти вплотную, то есть нужно прям на близко. Здесь как раз таки сделали, что катана практически моментально выносит, у нее быстрые анимации, она хорошо дамажит, легко попасть. И легко подойти, по тебе не проходит урон, у тебя есть чардж, и это реально работает, ну условно, как дробовик какой-то. При этом мы все прекрасно знаем, что как только ты находишься с соперником на дистанции меньше вытянутой руки, скажем так, то есть очень близко, и мансишь вокруг него, у челов появляются проблемы. Людям это супер очко! Чуть не прошляпил. У челов появляются проблемы в том плане, что по тебе тяжело попасть. Если ты бегаешь вокруг человека, ему нужно крутиться. Обычно сенса игроков не позволяет им так легко крутиться для того, чтобы попадать каждой пулей. А тебе наоборот. Быть повернутым к нему лицо очень просто. Оу, два авика. Это начинается интересно. Это начинается прям настоящая игра. Такого мы еще в этом режиме точно не видели. Ну и поехали, бошки полетели. Первая пошла. Вторая там справа у пацика, он тоже должен как-то выглянуть. Ага. Вот он как раз таки пошел на разведку, тиммейт. Пытается Зенос разобраться. Проверили, что за камнем кто-то есть. Так и че, и погнали? Погнали, его просто катаной убьешь. Так, 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 так. Взял в руки катану. Подожди. Попытался с прыжочка, не получилось. А, мы задамажил. Вот он. О, снайперская винтовка. Подожди, тут сейчас что-то сложное вообще намечается. Так, прыжок. АВМ. Хорош, попал. И вторую. Ой-ой-ой, отлично. Но этот парень явно как-то решил затусить. То есть это какой-то подставной актер, очевидно, был. 100% вообще. Выбрасывает вещи для тиммейта. Опять же, саппортские. Ага, вот он тиммейт, сейчас побежит. Так, 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 так. Ну и ждем, пока вылезет. Ай-яй-яй, со спины, посмотри, что-то какой-то мега ультимейт стрелок. У него прям хорошо получилось. Ну парни здесь явно хотят сделать какие-то трюковые интересные моменты. Ой-ой-ой, ну катану-то достань. Вот оно, выжил только благодаря ней. Сколько, три пули? Три пули в себя втянул. Это был бы точно нок. С MG3, три пули. Это до свидания. Это точно бы слило вот это вот здоровье. Плюс у него еще после одного попадания жилет бы сломался. Это
прям хорошо. Вот опять же, ну возьми ты катану в руку. А не взял. Поэтому тиммейт вынужден тут что-то придумывать. Так, нокает игрока. Поднимает Зеноса, тащи его в синьку, Брон. Точнее, из синьки. Ой-ой-ой, как больно. Так, Зенос помирает, тиммейт выходит первый. Ага, легчайший топ-1, 33 фрага. Хорош.